История, которую мы хотим рассказать, не опирается на факты. Она настолько невероятна, что в нее просто нельзя не поверить. Время, когда царь обожал свой народ, и народ платил ему тем же, ну и еще многим другим. Это было время, когда лучшие умы мыслили, но молчали, поскольку им затыкали рты, а худшие говорили, хотя, между прочим, могли бы и помолчать. Развитие народного самодеятельного искусства идет вперед семимильными шагами. Веяния времени коснулись, наконец, и нас, коллективов самодеятельности. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать. Отказ. Ждем друга. Нужен глаз да глаз. Скромненький. В лице румянец есть. Да-да-да! Я перед роднёй, где встретиться, ползком. Не знали вы, а я подам. Полковник Скалозуб! Ребята, едет! А этот, начинает задумывать, изначала, наверное, скажи нам. В гостеприимных стенах нашего Дома культуры созданы все условия, чтобы люди разных профессий приобщались к мельпомене, которая была, как известно, эти музой. Я узнал вас. А это не я. Это ж вы говорили. А судьи кто? Я про судьи ничего такого не говорил. Говорили, говорили. Это ж вы играли Чацкого. Чацкого я? Я совсем забыл. А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Придется тебе, Егорыч, роль сыграть. Справишься со своим новым амплуа? Награжу щедро. Может, вольную дам? Хочешь на волю-то? Нет, никак нет. Чего там не видел? В деревне летом рай. Платон Михайлович город любит. Москву. Москву и город? Вот чудак. А помнишь прежде? Да, брат, теперь не так. Ах, мой дружочек, здесь-то... Кому мы только не играли. В своих коллективах лучше не вспоминать. Есть мнение, что народные театры вскоре вытеснят, наконец, театр профессиональный. И это правильно. Когда я работал в театре, и меня... это не важно. Естественно, что актер, не получающий зарплаты, будет играть с большим вдохновением. Ведь, кроме того, актер должен где-то работать. Нехорошо, если он, правильно, если он целый день, понимаете, болтается в театре. Ведь насколько Ермолова играла бы лучше вечером, если бы она днем, понимаете, работала у шлифовального станка. Итак, вся ночь проходит. Я пользуюсь минутой свиданием с вами живлем, не говорив. А разве нет времен? Что, я молчалина глупее? Где он, кстати? Что такое? Понимаешь, кругом понаставили капканов. Надо на идти. Куда? У кого нога? Это нога у того, у кого надо нога. Кругом все броется, позолот, подушечки из бисера. Какое безобразие, что вытворяют эти комедианты. Ах, давай.
Ванин, да. Не виноват я, ваша милость. Не учил я их этому. Честное слово. Сами, я... что ли, додумались? Сказал бы я, во-первых, не блажу. Имением, брат, не управляй, а плошно. А главное, подитку, послужи. Служить бы рад. Прислуживаться тошно. Ба! То-то! Все вы, гордецы, спросили бы, как делали отцы? Учились бы на старшем дяде. Мы, например, или покойник дяди, Максим Петрович. Да ты то на серебре, на золоте еда. 100 человек услуга. Весь в орденах, еще в тайвичный суд. Ведь при дворе, да при каком дворе? Тогда не то что ныне, при государе не служил. Екатерине. Может быть, даже он талантливее меня. Этого не может быть. Нет, в жизни это бывает. 15. Спросите всех, химеры. Запоздали, а мы вас ждали, ждали, ждали. Невестка моя, а я уже давно не о вас говорил. Да, падение пока не очень, но это можно подработать. А вообще... Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверите. В 13-м году мы отличились с братом. В 30-м егерском, а после в 45-м. Да, счастье, у кого есть эдакий сынок. И ведь, кажется, в петличке одинок. За 3 августа сосели мы в траншею. Ему дан с бантом. Мне на шею. Я ничего не понимаю. Он говорит, прикажете принять, скалозуб идет. Он говорит, да к вам человек вот тут. Между... Подождет. Я занят. Я сказал... В Москве ведь нет? Невесту перевод. Чего? Полотенце год от года. Значит, и играть придется в полную силу. С надрывом. Всегда вы можете его беречь и пеленать, и посылать за делом. Муж-мальчик, муж-слуга и жёниных пажей. Высокий идеал московских всех мужей. А потому что патриотки. Ты доигрался в своем народном театре. К тебе заходил следователь. Ёлки-палки, все деньги одним рублям. Еще не мешайте меня, а то я буду начинать сначала. Откуда ты такой взялся? Мама такая хорошая, про паровоз поет. А я не знаю, если сгорите, если ж нет. Какая прелесть. У нас одни и те же вкусы. Весь в орденах. Езжал ты вечно цугом. Весь в орденах. Весь в орденах. Ордена. Цугом. Вот туда иди. Весь в орденах. Хотелось как лучше. Не надо как лучше. Надо как положено. Вот сейчас ты твои очень хорошо. Ты держишь нас глазом. Лицо. Вот за минуточку можно? Да. Это будет давай. Руки извал! Вот мужик был! О, рулады! Не нужны они тебе, рулады! Ты знаешь, что я могу просто-напросто за это с тобой сделать? Вот он, Кузнецкий мост! Наряды обновлены! Там выучилась ты любовников своих! Постой же, я тебя исправлю! Извой-ка вызву! Мать! За птицами ходи! Да и тебя, мой друг, я дочку не оставлю. Еще дни два терпения возьми. Не жить тебе в Москве, не быть тебе с людьми. Подали от этих хваток в деревню, в тетке, в Галуш, в Саратов! Товарищи, зрители, полный стадион. Прошу всех на сцену. Да, не забудьте сказать, быть или не быть. Вон из Москвы! Сюда я больше не издох. Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувство уголок. Карету мне! Карету! Вот если тут применять учение Станиславского о сверхзадаче, возникает любопытная мысль. Антракт! 20
машину. С кем вы работаете, ваше сиятельство? Дилетанты, дурновкусицы. А я артист милейший, смею сказать, хороший. Меня декорации вдохновлять должны, будить фантазию. А вас, сударь, прошу я толком туда не жаловать. Ни прямо, ни проселком. И ваша такова последняя черта, что дверь ко всякому вам будет заперта. Я постараюсь. Я в набат. Я приударю. По городу всему наделаю хлопот. Я оглашу во весь народ. В сенат подам. Министру. Государю. Among the clouds.